Всем привет, с вами Channel Lola, и я нахожусь в Славе Gangster Style. Сейчас я тут только подарок заберу. Что ж, ребят, давайте начинать выполнять миссии. Так, незваные гости. Опа, я еще какое-то достижение получил. Так, мне надо вниз идти. Ой-ой-ой. На. Ты гля. Я его вырубил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Получай, получай. Сфига ли вы тут делаете? Я вас не звал. Получай. Бежим, бежим. Так, блин, а полиция приехала. А они-то что здесь забыли, эти полицейские? Да получай ты. Да как же ты меня достал? Ща. На. Изи. И как я сейчас буду выходить? Ну ладно, так. Побывай дома. Ладно. Ну окей. Сфигали тут много оружия. Ну ладно, так. На старт. Окей. И что это за миссия? Какая-то странная. Ну ладно. Так, на какую же мне миссию? Ну, поеду-ка я на эту миссию. Поехали. Ну слушайте, это вообще GTA как типа в России. Как сказать? Можно сказать, что это GTA из России. Разработчики решили такую сделать, чтобы было типа из России. А так, да, игра прикольная. Так, большая гонка. 1, 2. Это значит то, что мне надо по кругу. Ой, это еще раз по кругу поехать. Блин, я квест провалил. Давайте еще раз. Да ты писать меня. Так. Ух ты ж мразь. Ты гля. Давай, давай, едем, 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 едем. О, спасибо. Изи, миссия выполнена. Так. Блин, дороговато. Ну-ка. Важный день для друга. Бежим, бежим. Так, забирай-ка я эту машину. Ой!
Еду. Так, что куда мне еду? Сейчас я преувеличу карту. А, ну понял, куда ехать. Едем. Жестко я еду. Так, мне в воду нельзя упасть. Выполняю миссию, такой важный день для друга. А какого друга, я не знаю. Вот я играю с персонажа Витёк. Витёк это Россия, это русское имя. Ну и еще какой-то это в иностране. Наверное, еще в Украине. Или нет? Нет, я точно не знаю. Как-то странно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка посмотрим, что у меня тут за друг. Не знаю, как его зовут. Так, ну... И это называется важный день для друга. Мне надо этих дебилов убить. Ты глянь ножиком. Так нельзя. О, еще какой-то приз получил. Фига себе, красные глаза. Блин. Ладно, прокачай-ка я себе. Готово. Готово. Ну все, прокачал. Я не успел прочитать. Кажись, его Банюк зовут. А вы что здесь забыли? А, я знаю, это гопники. Они такие говорят. Мне нравится их фраза. У них одна и та же фраза. Семки есть? На нафиг. Получай. Ох ты ж! Бежим. Получай. Ты гля, на меня решил напасть. Ох ты ж! С ножиком нельзя. Правило вообще такое. Ножиком нельзя. Ты чё такой неубиваемый? Нормально. Ох ты ж! На. Давай, беги. Пока меня сейчас никто не убил. Изи миссия выполнена. Так, ну-ка. Понятно. Так, тачка на прокачку. Или как назвали. А, так его Ванёк зовёт. Ну ладно. Поехали. Едем. Давай, едем.
Автосервис. Ну-ка. Это чё? Фига себе тачка, блин. Фига себе тачка. Зачем? Да ёпа, красоты. Сейчас, погоди. Сейчас я эту машину взорву. Да стреляй же ты, ты чё, не убивай меня. Блин. Потрачено. Неудобно так вышло, квест я провалил, сейчас я ещё раз. Так, поехали. Едем, 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 едем. Давай, давай, едем, едем, едем. Ой, блин, едем, едем, едем. Окей. Ладно. Окей. Поехали. Нифига себе. Колеса. Вместо колес. О, ой, огонь. Блин, я забыл. Ладно. Поехали. Едем, 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 едем. Так. Фига себе точило, блин. Так, стоп, а куда? Какая тут карта? Так, окей, сейчас я обхитрю. Я умею хитрить, если что. Давай, 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 едь, едь, едь. Приехал. Окей. Это еще. Фига себе, 2 метра. Окей. Ого. А, ну ладно. Давай, давай, беги, 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 беги. Так, тест оружия. Нет. Не буду я квест выполнять. Ради на 100 баксов. Святое тело. Ой, дело. У
Ой-ой-ой-ой-ой. Получайте. Получай. А эти бабки, зачем они мне? Ой. Окей. Да блин, а погодите. Сейчас. А. Ну ладно. Поехали. Че, я прокачаю тачку быстро? Поехали. Едь-едь-едь. Да блин, а едем. Витёк спешит на помощь. Окей. Да блин, опять эта дурацкая реклама. Окей. Фук, сделал это. Да блин, а. Чё так много военников, полицейских? Окей. И что вы тут делаете? На. Нормально так. Все, я уезжаю. Неудобно тут вышло. Едем. Ой-ой-ой-ой-ой, уезжай. Сейчас, погодите-ка. Едем. А, куда я? Едем. Фига себе, сколько тут российских людей тут. Точнее, русских. Сам я-то тоже в России живу. Окей. Ну ладно. Офига ли вы, вас так много? Ну-ка сейчас. Сейчас. Чё я сделал? Так, одного убил. Получай. А ну стой, сейчас. Окей, я его убил. Да сфига ли вы тут делаете? Окей, я его убил сейчас. И этих убью.
Иди сюда. Ты, Глеб, убежать от меня вздумал. Окей. Окей. Ля, а ты-то чё стоишь и смотришь, блин? Чё я вместо него должен? Давай, давай, давай. Так, сейчас. Ой, извини. Иди сюда. Так, все, я его убил. Фига себе. Ну ладно, пофиг. Опять это дурацкая реклама. Что естественно, то не безобразно. Фига себе. Чё так много? Да блин, а где тут машины? Ладно, стоп, еще чё? А. Блин, жалко, что очень дорого стоит. РПГ дорого. Ого! Стоп, что? Укуплю себе морозильник. А шо, нормально. Ладно, давайте я последнюю миссию выполню. Окей, поехали. Да блин. Ой. На. Ох ты что, как это? Получай. На. Изи. А ну понятно. Получай. Ой-ой-ой, чуть так много, много. На. Я побежал. А, все, я их вижу. Сфигали вы от меня убегаете так. Миссия выполнена. Ну все, давайте я буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.